Праздник весны. В детско-юношеском центре Душанбе отметили Навруз. Школьники исполнили творческие номера и представили работы, сделанные своими руками. Не обошлось гуляние без традиционных блюд. Ребята накрыли столы с главными символами Навруза – суманаком и сабзой. Информационным партнером мероприятия выступил национальный филиал телерадиокомпании «Мир» в Таджикистане. Я поздравляю всех с наступающим Наврузом. Этот праздник имеет древнюю историю, культуру, свои традиции. И мы учим подрастающее поколение чтить эти древние обычаи. Навруз – праздник весеннего равноденствия и начало нового сельскохозяйственного года у народов Центральной Азии и Ближнего Востока. Во всем мире его отмечают 21 марта.